Морским пехотинцам и добровольцам отряда «Тигр» передали первую партию автомобилей, изъятых у черных лесорубов. Эти машины, как и тяжелая техника, были арестованы в рамках уголовных дел о незаконной заготовке леса. Как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяка, легковой транспорт тоже нужен в зоне СВО. Нашим защитникам он точно нужнее, чем браконьерам. Это конфискованные машины, те, которые были изъяты непосредственно с лесных участков у черных лесорубов, так называемых, те, кто незаконно занимался заготовкой леса, губил природу. Долгое время они находились на арест-площадках, здесь автомобили самых разных модификаций, но все они на ходу, поэтому мы отправляем первую партию и в последующем эту площадку будем также продолжать разгружать. Они всегда пригодятся, вот, и в доставке раненых, и боеприпасов, и в целом, значит, пригодятся там, на месте. Вот, поэтому это вот тот первый шаг, за которым последуют очередные. Вот, там очень много, в том числе и тракторов, той техники, которая высокопроходимая, гусеничная, вот, специализированная. Но она тоже в состоянии оказывать помощь и поддержку. Поэтому по мере подготовки каждой партии мы будем отправлять туда. Сейчас отработаем все непосредственно с ОВД, с тем, чтобы эта техника имела уже, как говорится, свободный доступ, вот, с тем, чтобы были решены все вопросы судебные. По этой технике все решено, и по остальным тоже так же будет. Поэтому это такой хороший шаг. Ну и самое главное, что на сегодняшний день она будет служить на пользу тем людям, кто защищает Отечество. Не кто его грабит, а кто защищает. Это очень важно, очень существенно и для нас. И такая мера поддержки, я думаю, что послужит на пользу нашим ребятам, которые сегодня находятся в зоне СВО.